По уле Кумыш Карачаевского района отметили священный праздник мусульман Курман-Байрам. Для всех собравшихся организовали различные конкурсы с подарками и вознаграждениями. Также были накрыты столы с угощениями. На праздничном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Радостью, теплотой наполнена атмосфера праздника. Отметить священный праздник Курман-Байрам собрались не только жители аула Кумыш, но и гости со всей республики. Для участников торжества здесь организовали столы с угощениями. Поздравил всех жителей аула и глава администрации Карачаевского района Спартак Кушетеров. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, что способствует единению общества и сохранению национальных традиций. Это праздник республиканского масштаба, я могу сказать. Очень много конкурсов, молодежи, все радостные, приветствуют друг друга. Конечно, в это непростое время такие праздники нужны, это сближает народ, людей, поэтому еще раз с праздником вас всех. Пожелание, конечно, здоровья всем. Счастья. Для маленьких жителей провели конкурс по чтению Корана. Каждый из участников старался, грамотно соблюдая правила таджвида, прочитать аяты священной книги мусульман. Приятно видеть, что дети стремятся к изучению Корана, и этот праздник воспитывает в людях любовь и уважение друг к другу, отметил заместитель муфтия Карачаева-Черкесии, ректор Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. Мы начали с соревнований чтения Корана. Она имеет очень хороший такой этот потенциал, потому что как участники будут улучшать свое чтение, так и зрители, которые видели вот эту атмосферу, да, атмосферу состязания, я думаю, они будут еще больше стараться и в следующем году, иншаллах, будут участвовать еще в более профессиональной форме. Всех победителей и призеров конкурса отметили денежными призами и подарками. Также прошли состязания по разделке мяса барана на время. Особой популярностью пользуются соревнования по борьбе на поясах. Мы с нетерпением ждали этого праздника и хотели бы выразить благодарность всем причастным к этому мероприятию, отмечают жители аула Кумыш. Это мероприятие, во-первых, объединяет нас всех мусульман, жителей аула. Хотелось бы таких мероприятий, не только это, а и вообще других, тоже было побольше полезных для жителей села и для всех нас, мусульман. Сегодня здесь собрались не только наши аульчане, но и все с нашего района. Я очень благодарен всем организаторам. Организация прошла очень хорошо, на очень хорошем уровне. Именно в сельских территориях, именно в таких аулах, как наш аул, важно проводить такие мероприятия, чтобы люди сплачивались вокруг общих проблем и общих праздников. Все должно быть у нас общее. Я очень рад. И в первую очередь хочу поблагодарить организаторов, вот, наше сельское поселение, главу сельского поселения. Хочу пожелать всего взаимопонимания, любви, взаимопрощения, боязни Всевышнего. Мы для этого старались. Шукур Аллаха, то, что мы ожидали, вот налицо. Различные аттракционы и места отдыха были организованы для детей и молодых семей, чтобы каждый мог насладиться атмосферой праздника. Мне понравилось то, что тут и борьба проходит, и то, что тут устраиваются состязания. Я люблю такие праздники, потому что здесь разделывают барашки, здесь можно заниматься спортом, например, борьба, армрестлинг. Если еще повезет, будет бокс. Хорошо здесь. И все хорошо у меня, и здесь очень приятно, батуты красивые. В завершении праздничного дня небо над аулом Кумыш озарил красочный праздничный салют. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район.